он пошел против правил. Здесь нельзя курить. А зачем тогда пепельница? Это чаша, декоративная. Значит, специально для меня поставили. И сбился с пути. Вот уже пара недель, как ты пропала жизни. Не выходишь никуда. Хватит изображать печаль. «Помни меня» — чисто девичья мелодрама. Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон крови уже не пьет, но по-прежнему влюблен и смертельно бледен. С факультетом социологии не встречаюсь. Тебе повезло, я еще не определился. С чем? Совсем. Слушай, как насчет совместного ужина? Сколько человек? Трое. Меня он может прокатить, но тебя ни за что. Ты ни о чем не заботишься! Ни за кого не отвечаешь! Мальчишка! Столкнулся с бывшей. Неловкая ситуация. Не знаю, что там у тебя, но я сейчас работаю. Работаешь? Я тоже. Тебя же выгнали из полиции. И поэтому теперь я отлавливаю идиотов, вышедших под залог и бегающих отсюда. Ты стал охотником за головами? Точно, и как это не печально. Охотник за головами. Типовая романтическая комедия с Дженнифер Энистон, компанию которой составляет звезда боевиков Джерард Батлер. Оба не только заняты экстремальными нежностями, но и воюют с гангстерами. Майло! Нам нужно прикрытие. Какой приятный сюрприз, сенатор. В прошлом я была модель. Неужели? В очень далеком прошлом. Ты охотник за головами, а не спасатель. Потом я ее все равно притащу в тюрьму. Это мой дом. У нас тут рыбалка, охота и сказочные закаты. Одна проблема — вредители. Обычно вредители — это мыши или там комары. А у нас... драконы. Я всегда хотел стать великим викингом. Ведь борьба с драконами — главное наше занятие. Как приручить дракона? Детский мультфильм, укомплектованный драконами всех мастей и размеров. Лента снята по мотивам известной английской фэнтези-эпопеи. Простите. Ложись! Все в порядке. Астрид, беззубик. Ну все, ты попал. Та-да-да-да, нам конец. Одно приключение. Пап, я решил, что не хочу убивать драконов. Я покажу тебе. Нежнее. Ну, спасибо тебе, бестолковая рептилия. Белка. Соцпроисхождение. Цирковая артистка в седьмом поколении. Интеллигентка. Соцположение работник цирка. Звездные собаки, Белка и Стрелка. Амбициозный российский проект в 3D-анимации. В итоге полет советских дворняжек в космос больше интригует, чем радует. Стрелка. Соцпроисхождение космическое. Звезда Сириус. Соцположение безработное. Образование уличное. Любит поесть, поесть, поесть и закопать что-нибудь поесть на завтра. Убийцы, вампирш, лесбиянок. Зажигательная и неглупая английская молодежная комедия. Сюжет построен на удачном обыгрывании известных вампирских киноштампов. Lesbian vampires. Oh, it's not too late to save your friends, this village, the entire world. Post.